Между тем, в Верхневилюйском Улусе уже закрыты паромные переправы. 5 октября по приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики завершилась навигация для маломерных судов. А с наступлением заморозков и ледостава через реку Вилюй перестали курсировать паромы. В этот период служба ЕДДС готова к чрезвычайным ситуациям. При возможных чрезвычайных ситуациях будут задействованы один аэробот «Тайфун» и две аэролодки на воздушных подушках.